хранитель. Кажется, христианин был и treasurer в Коринфе. И это выборная должность. Подожди, если ты христианин, ты вообще деньги зло, и это государственная позиция, это тоже зло, ты не избежишь греха и все остального. Апостол Павел от него привет передавал. У меня, если бы были бы выборы во времена Христа, участвовал ли апостол Павел в выборах? У меня этот вопрос. И что бы он сказал верующим, голосовать или не голосовать? Поэтому я считаю, что нам, христианам, даже иммигрантам, просто для меня это против моей совести не голосовать. Выборы, кандидаты, стремления. Новая программа «Славик Vote Life» каждую неделю в прямом эфире. «Славик Vote Life» дает голос славянской общине по всему Северо-Западу. Мы говорим и информируем о важном в Вашингтоне, Орегоне, Калифорнии. По четвергам в 17:00. Присоединяйтесь к прямому эфиру на 10:40 AM. Ищите «Славик Vote» в соцсетях. Мы намерены продолжать продвигать свое видение и оказывать любую необходимую поддержку сообществу, чтобы изменить ситуацию к лучшему. «Славик Vote Life».